Банде Гуру Пададандам Бхактавинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Си Нанда Нанданам Банде Радхика Чаранодаям Гопи Чано Самаюктам Биндаванам Манохар Ванча Калпатару Васяки Пасинду Бхавача Патитананг Павуне Бхавишнавебхьо Намо Нама Мукхам Кароти Вачалам Пангум Ланхетгирим Яткипатамахам Ванде Парамананда Мадхавам Бриндавай Тулсидевай Пиявай Кесава Сача Шна Бхакти Паде Деви Саттаваттвай Намо Нама Нараяна намаскритта нарун чайва нараттамам Девинг сварасватинг васам тато жайо мудире Шанкиртане Кришна катхопадеш Гаурия патрасша пракасане ча Садануракта гуру бхакти юкта Бхакти прамадакша жагодбарану Дхейям сада парибхавагнам авиштадухам Тритаспадам сива виранчанутам сараньям Бхитаттихам панутапал бхавадипотам Банде махапурусате чарунарвиндам Ятпадапаллаванакачандамани чатая Бишфуриджитакимапикапавадушвадарши Пурнануррагра сасагра сарамуртихи сарадхикамай када кипам каруси Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхита Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхита Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ajanulambita bhujau kanaka budhato Шанкиртаной капитару камала ютакшо Вишам бару дижавару югодхарма пало Банде жагат приякару Каруна бхутару Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари Хари Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дивья Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дадаси Нитхам Бхавану Рупена Сада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Бибуши Тобам Бхагам Нараяно Прияманангу Мада Пахарам Варанаси Пурапати Бхаджави Шанатам Баги саджушо бадане Лакшмир жасача бхакшаси Жасьясте хиде самбид Твам нишинга махам бхаджи Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари Хари Иха Яссо Харир Даси Кармана Манасагира
Иха ясо харердасе кармана маноса гия гира никхила опи авастасу сарвасу са живан мукто учате. Никхиласу авастасу са живан мукто са учате. Живан мукто са учате. Гаурия Гоштипати Срисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Paramahansa Jagadguru told that what you want. Бхути Гоштипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что мы должны определиться, что мы хотим, и определиться, что мы не хотим, иначе мы не сможем начать Харибаджан. И вот мы должны определиться, что мы хотим и чего не хотим, иначе мы не сможем совершать харибаджан. И вот Шрила Прабхупад говорит, что те, кто хотят посвятить свой ум, свое тело, все, что у них есть. И вот они зовутся Дживан Муктами. Дживан Мукта значит, живя в этом материальном мире, мы, находясь в этом материальном мире, мы делаем все. Но наши действия, все наши действия, они должны быть для полного удовлетворения Шри Кришны. Дживан Мукта значит, живя в этом материальном мире. Но все же мы уже мукты. Как вроде такие люди живут в этом материальном мире, но они освобождены от влияния майи и трех материальной природы. И каждое действие таких людей, не связанное с Кришна-бхаджаном, все, что они делают, для полного удовлетворения Шри Кришны. И такие люди, такие преданные, зовутся Дживан Муктами. И вот они являются гуру, они являются примером для всех остальных. Дживан Мукта значит, их Кришна Таттва-Ветта, у них есть прямое осознание Кришна Сева. И поэтому они Дживан Мукта. Если мы злоупотребляем нашим сознанием, то тогда мы призываем проблемы в нашу жизнь. И вот если мы злоупотребляем читанадармой, и в этом случае мы так приглашаем проблемы в нашу жизнь. Шрила Прабхупад говорит, те, кто готовы посвятить свою жизнь и все остальное Кришна Севе, они чистые преданные. И в тот день я говорил, тем, кто находится в обусловленном состоянии, они никогда не смогут обрести Кришну, так или иначе. Мы должны достичь этого уровня Нишкинчан Бхакти, и Кунти Деви также говорит. То, что те, кто чувствует ложное эго из-за своего, гордятся своим материальным положением, образованием и еще какими-то
материальными качествами, как происхождением и прочим. Кунти Деви говорит только те, кто Акинчина Бхакта, Нишкинчина Бхакта, они могут осознать Кришна Тату, иначе для других это невозможно. Есть много важных факторов, и это зовется Атма Татва. Без Атма Татва, не осознав Атма Татву, никто не может начать Кришна Бхаджан. Кришна Бхаджан – это второй вопрос. Первое, в начале всего, если мы не понимаем Атма Татву, то тогда мы не сможем понять, что материальный мир не вечен. Это главное. Пока мы не поймем Атма Татву, науку о душе, то не будет вопроса того, чтобы даже начать Хари Бхаджан. Те, кто осознали Атма Татву, их очень мало. Кто может говорить об Атма Татве, их очень мало. Таких личностей, а такие личности очень редкие. И вот тот, кто может говорить об Атма Татве, таких очень мало, и еще более редки те, кто может принять эту татву. Еще даже есть такие, которые могут услышать, но не могут понять, не могут осознать этого. И вот во всем мире это очень редко. Редко где можно найти знание об Атма Татве. Даже если мы найдем, то те, кто слушает, далеко не все могут осознать это. И то есть редки те, кто говорят об Атма Татве, редки те, кто слушает, еще среди тех, кто слушает, еще более редки, кто может осознать то, что услышали. Поскольку без понимания Атма Татвы никто не может начать, даже начать Хари Бхаджан. Атма Татву мы должны осознать. И вот можно вспомнить, что Начикета и вот Ямарадж говорит, на Чикете это долгая история из Упанишад. И вот на Чикете отправился в Ямараджу. Но Ямараджа там не было. И вот он три дня ждал, когда тот вернется. И вот Ямарадж, когда вернулся, увидел, какой-то мальчик ждет. Но тот, кто смог достичь Ямалаи, где живет Ямарадж, это явно непростой человек. И вот Ямарадж сказал, ты ждешь тут меня три дня без всякого гостеприимства, ничего не ешь, не пьешь. Я чувствую себя виноватым перед тобой. Я хочу дать тебе за это три благословения. И вот что он хотел. Первый он попросил, чтобы его отец стал, почувствовал себя счастливым, чтобы он принял меня без всякой неудовлетворенности. А там еще долгая история до этого была. И потом Ямарадж, он второе благословение, попрошенное,
было о том, чтобы узнать мистерию огня. Вот Ямарадж рассказал, что огонь — это нечто очень сокровенное, благодаря этому огню весь мир он существует. Огни — это Шакти Бхагавана. Вот с помощью этого огня огонь он переносит подношение полубогам, с помощью огня переваривается пища в нас, в нашем желудке. Огонь пищеварения. Вчера я говорил, что ваше тело состоит из трех, пяти элементов. И вот и вот наше тело состоит из пяти первых элементов. И вот все эти различные локи на различных этих различных мирах живут различные существа, обладающие различными телами. Вот огонь, он играет огромную роль в нашей жизни с помощью этого огня пищеварения. Например, наша пища переваривается, и Бхагаван Шри Кришна в Гите говорится, что в форме Вайшанар Агни. Вот Господь, Он помогает нам переваривать всю пищу. И вот это мистерия огня поведал Ямарадж на Начикете. Потом он хотел узнать о мистерии души. Ямарадж сказал, что ты хочешь еще узнать. Тот сказал, что я хочу узнать мистерию души, поскольку некоторые говорят, что после смерти ничего не остается. Кто-то говорит, что душа она оставляет это тело, потом рождается в другом теле. Ямарадж сказал, лучше спроси что-нибудь попроще. Атматтатва — это очень сокровенная, запутанная татва. Я могу дать тебе все, что ты захочешь. Если ты хочешь наслаждаться властью, я могу дать тебе власть над всем миром. Хочешь попасть на небеса, я исполню это. Проси все, что хочешь, но не спрашивай об этой атматтатве. Иначе я это сказал, что вы хотите дать мне благословение согласно моей воле. Предлагаете мне множество соблазнительных вещей, материальных каких-то богатств, но давайте потом об этом. Вот, может, кто-то слышал имя Лама Шамуни в Махабхарате, описывается. Его история, вот он покрытый шерсть, он очень волосатый. И вот когда из волос выпадает, его один волос с его тела выпадает, когда проходит целая юга, он, его жизнь очень огромна. Но все же он относится к этому как к чему-то временному. И вот Начикета сказал, что жизнь она не вечна. И если вы дадите мне какие-то материальные вещи, то я не хочу их, поскольку вы один из
12 махаджан, тот, у которого есть полное знание о Бхагавататтве. Вот Махарадж перечисляет эти 12 махаджан. И вот Начикета говорит, что ты лучший из татвоведов, и у меня есть золотая возможность узнать об Ататме от вас. Где я еще могу встретить такого сведущего, как вы, столь знающего, как вы? И поэтому прошу рассказать об Ататматве. Ямарадж был очень доволен и начал говорить о Ататматве, о мистерии души, как душа входит в материальное тело. Вот он рассказал, как человек появляется, как он начинается, потом растет, рождается, растет дальше, потом, когда вот становится подростком, взрослым, стареет и умирает в итоге. И вот Ямарадж сказал, что сказал о мистерии души, он рассказывал, как душа входит в тело человека, или мужчины, или женщины, растения, или птицы. И потом эта душа проходит через самскара. И вот как ветер, он как ветер переносит аромат цветов. Цветы могут быть очень далеко, но аромат может доноситься до нас. И также самскары. То есть и тело мы можем менять, но самскары остаются за нами, и плоды нашей кармы, они тоже остаются. И мы вынуждены рождаться и умирать, чтобы пожать все эти плоды нашей кармы. А когда это все заканчивается, то когда мы полностью... То есть мы должны страдать или наслаждаться от последствий своей кармы. Никто не может избавить нас от этого. Ни отец, ни мать, ни друзья, ни муж, ни жена, они не могут избавить нас от плодов нашей кармы. Хорошие или плохие, вся карма. В общем, все, что мы делаем, мы от плодов нашей кармы должны страдать. Никто не может страдать за нас только тогда, когда мы полностью предаемся лотосным стопам такого великого садгуру, как Шрила Прабхупада Бхактивинода Тхакура, как наша Гуру Варга, то тогда в этом случае с помощью Харибаджана мы можем избавиться от всех этих последствий, от плодов нашей кармы. И таким образом, как аромат цветов, через воздух он, ну вот, воздух переносит аромат цветов, так и
эти последствия кармы нас преследуют. Душа, она вездесущая. Вот в этой шлоке говорится, что души, они присутствуют везде, но мы не можем видеть. У нас нет столь тонкого видения. И так или иначе, атма, об атме я могу сказать еще несколько вещей. В соответствии с Бхагавад-гитой, с Упанишадой, говорится, что если вот разделить волос, кончик волоса на тысячу частей, еще каждый, еще эту тысячную часть еще разделить на тысячу частей, то это будет примерно размер нашей души. Душа очень мала. И вот в Упанишадах говорится, вот если кто... То есть, если кто-то хочет понять, как выглядит душа, какого она размера, душу мы не можем видеть, поскольку атма, если мы достигнем того уровня, то тогда и только тогда, как Насикета, он мог понять душу, но мы не можем. Хотя мы видим, что наш отец умирает, мать, друзья и прочие, мы не понимаем, не осознаем этого. Мы вроде видим, смотрим, но не видим. У нас нет понимания. И вот в соответствии с Веданта Сутра говорится «Гунат Алакват». Качественно это подобно свету. Не как свет, а подобно свету. Гунат Алакват. И когда душа входит в тело слона, то она имеет огромную силу, или в тело льва тоже. Или когда входит в тело какого-то насекомого. И вот у души очень много этих особенностей, много качеств, много... Ну, в общем, обширная тема это. Если мы поймем... То есть, если кто-то думает, что душа рождается, это неправильно. Душа, она вечна, она бесконечна, она не растет, не умирает, она чинмой. Она... Вот подобно частице света. Кто-то думает, что вот когда человек рождается живое существо, душа в нем маленькая, потом оно растет, и душа тоже растет, но это неправильно. И вот много вопросов может возникнуть. Если душа есть, где? Где же душа? Где? В какой части тела пребывает душа? Она пребывает в сердце, как все тело, оно находится под контролем души. Если наше тело кусает какой-то комар, то мы сразу чувствуем, вот распространяется ли душа по всему телу. Это уже отдельная история, отдельная тема. И вот вопрос, не осознав атма-татву, не осознав, что наше тело не вечно, весь материальный мир не вечен, все, что у нас есть, не вечно. Мы короткое время в этом материальном мире. Если мы не осознаем это, то весь наш Кришна-бхаджан, он подобен
какой-то игре, как дети играют с какими-то игрушками. Вначале мы должны осознать атма-татву. После этого мы должны понять, что такое Кришна-бхаджан. Кришна-бхаджан, он лучший, наивысший. И вот я хочу рассказать о двух великих махапурушах. Первый Нарахари Сева Винграха и второй Шрила Бхакти Вайбав Пури Госвами Махарадж великий. И вот Нарахари Сева Винграха, сегодня день его ухода. Я об их обоих расскажу. А Шрила Бхакти Вайбав Пури Госвами Махарадж день явления сегодня. И вот почему я уделил время атма-татве, поскольку не осознав атма-татву, это глупо говорить об этих махапурушах, о ком, вот о том, о ком я хочу рассказать. Он родился на той территории, которая отошла в Бангладешу, и вот он вскоре принял прибежище лотосных стоп Шрилы Прабхупады. Нарахари Сева Винграха его звали. Я много раз говорил о Вани Виграхе. Вани. И вот Нарахари Сева Винграха. Он Сева Винграха. Каждая часть его тела, он всегда хочет слушать Гурудеву Гауранги Махапрабху. Даже во сне, в истории Гауди, всего Гауди общества, никто не слышал о такой великой личности, как Нарахари Сева Винграха. Он пришел сюда, в Майяпур, чтобы принять прибежище. И я у Шрилы Прабхупады, я слышал, он явился в какой-то деревне. Не расслышал название Говардхана, как-то так. И вот он никогда не терял ни секунды времени. И его, и вот наставление Шрилы Прабхупады было в том, что каждый должен успевать повторять Лакхаринама 64 круга в сутки. Конечно, у всех есть какое-то служение, но 64 круга все равно нужно успевать повторять. И если такой преданный, как Шрила Мадхава Госвами Махарадж, Агриба Вачари или Шридхара Госвами Махарадж, если они были заняты служением все время, когда они успевали повторять Лакхаринама? И в этом это был вопрос. Агриба Вачари спрашивал: хорошо, вы дали наставление нам закончить Лакхаринама, но когда мы все это успеем, мы весь день совершаем служение. А Шрила Прабхупада спросила: ночью вы что делаете? С другой стороны, это значило, что нужно больше повторять Харинама и меньше спать. И без такой решимости, как Хагри Брамачари, как Садананда с вами, как Нарахари Прабху, мы не можем совершать Харибаджи. Харибаджи — это не шутки. Весь день он был занят. Весь наш Гаудиамат, Сарасвад Гауди, общество, оно звало его. Мать Гауди Матха. Mother of Gauri Matha.
самого начала он был там. И весь день он заботился о каждом брахмачари саньясе. В то время было много молодых брахмачари, как Сантош Вамана Госвами Махарадж. Его звали Сантош Прабху. Брахмачарстве и было много прочих маленьких преданных, он заботился о них. Не только это, а также он заботился о каждой корове. В Гауди Матхе во время Шрилы Прабхупады было множество коров, он заботился о всех, смотрел, чтобы они хорошо себя чувствовали. В общем, он смотрел за всеми коровами, телятами, чтобы все было хорошо. Он был как мать. Мать видит, что если с ребенком что-то не то. И вот Нарахари Прабху был матерью Гауди Матха. Он мог понять все, что каждый брахмачари саньяси, кто что хочет, кому что надо. И вот поскольку все они пришли в Матху, оставив своих родителей, он был отцом и матерью для всех. Гуранга Махапрабху не только говорил, но и хотел показать, что я отец, мать, друг, муж, я все для вас. И вот Чайтанья Матхи, это было место Чандрашекар Ачарьи. Вот Махапрабху не только говорил, но и делал все. И Шрила Прабхупад был очень счастлив, очень доволен им. У нас нет такого языка, чтобы описать. Даже Шрила Прабхупад или Кешава Госвами Махарадж, они не могли прославить должным образом Нарахари Прабху. Даже мой Гуру Падма, это невозможно. Его имя Нарахари Прабху. Во всех 14 мирах, что говорить об этом мире? Во всех 14 мирах не было никаких врагов этого Махапуруша. Чье поведение, чья самоотверженность, чья любовь, она была удивительна. Если кто-то говорил с ним,
Suppose today somebody coming to Gauri Mata, Chaitanya Mata. If suppose he is going to meet with Narayana Prabhu, up to the last moment of his life, he cannot forget. Если кто-то встречался с Нарахари Прабху, то не мог забыть его никогда больше. Его прекрасные слова, прекрасный характер, поведение. Он был подобен десяткам миллионов матерей. И даже нельзя было сравнивать его с десятком миллионов матерей. И поэтому Шрила Прабхупад был очень доволен им. By given the responsibility of in charge seat. И он дал ему the responsibility of the in charge seat of Chaitanya into the hand of this Narayana. Вот он поручил ему быть настоятелем всего Чайтанья Матха. Шрила Прабхупад он проповедовал и был спокоен за весь Чайтанья Матха, поскольку есть Тарахари Прабху. Есть Винод Бабо, он знал, что они позаботятся о всех и каждом. И вот когда Нарахари Прабху, он принимал омовение, ел или спал, никто не знал. Никто не видел. И вот после того, как все раздали весь просад, ждал, пока кто-то придет еще пару часов. Если никого не... никто не приходил, он уже после трех ел. Вот он мог отдать свой просад кому-то, если бы кто-то приходил очень поздно. Когда все преданные ночью, вечером, после 9-10 все уже поели и повторяли харинами, собирались спать, Нарахари Прабху смотрел, чтобы все были довольны, сыты. И когда Нарахари вот принимал просад, отдыхал, вставал, принимал омовение, никто не знал. Весь день можно было найти, что он занят служением, не только служением, а также он занимал всех в служении в соответствии с способностями каждого. И вот Шрила Прабхупад был очень доволен. Доволен им. И однажды наш Винода обнаружил, что что люди говорят, что я его друг. Говорит, что люди говорят, что я был другом Нарахари Севабигахи. Но это не так, и это более точно сказать, что он принял меня как своего друга. Это в этом его милость. Что я могу сделать? Я удивлен. Видя его настроение служения,
никто не мог имитировать Нарахари Севавиграху. Однажды наш Винода смотрит из-за такой нерегулярности в еде, он заболел чем-то и очень ослаб. Не мог даже есть, и вот пить, даже пил воду, когда вода, была рвота у него. И вот, вот так со здоровьем совсем плохо стало. Настолько плохо, что даже воду не мог пить. Винода попросил его, чтобы он пошел к доктору. Тут сказал, что не может, сказал, что если я пойду к доктору, то оставлю свое служение, лучше я оставлю тело, совершаю служение. И вот, когда он не был готов идти к доктору, то Винода, он как-то отругал его. Что ты хочешь прославиться тем, что помрешь в процессе служения? Ты хочешь так прославиться на весь мир? Нет, ты должен не стремиться к славе, а иди к доктору. И вот в итоге он вынужден был пойти к доктору. С Винодой. Винода взял его, а тот очень слаб был. И вот пошел к Бариши. Бариши. И вот они пошли к какому-то известному аюрведическому доктору. И вот такие известные доктора, ну, были такие хорошие доктора, эрудические, могли по пульсу определить болезни. Сейчас спрашивают всякие анализы и прочее. Кровь, анализы, сахара, рентгены и прочее. В общем, куча денег надо. Но мы видели таких докторов, которые могли по пульсу все определить. И вот он проверил и сказал, в чем проблема. И вот он, тот был известный доктор. Тварикеш Бабу в Баришале. И этот доктор был очень набожным человеком, встал их, приветствовал, выразил почтение и сказал: «О, ваше пищеварение, с печенью что-то, с пищеварением не работает, но не беспокойтесь, я с вами». И вот он дал ему эти лекарства, и тот выздоровел, и после этого наш Кешав Госвами Махарадж Винода, он вернул его в Шри Чайтанья Мат, когда тот выздоровел. И в итоге Винода и Нарахари Прабху, они оба, по идее, даже вернуться были в Майпур. Они подумали, что нужно выразить почтение доктору. Тот поскольку вылечил его. И вот они пошли к доктору, сказали: «Мы очень довольны вашим лечением. И вот хотим вернуться в Майпур». И когда он увидел, что Нарахари Прабху пришел, то
оставил всех пациентов, сказал, давайте я как-то послужу вам. И вот он взял пыль с его стоп. И доктор хотел... И вот этот доктор хотел вот... Ну, в общем, еще доктор. В общем, ну, доктор еще уже стар был достаточно. Вот он хотел оставить тело, получив милость великого Вайшнава. Вот он прикоснулся к его стопам, и потом лег и умер. Как-то так. Ну, видно, он же очень пожилой был. Образом Нарахари здесь исполнил желание этого доктора, что благословил его перед смертью. И вот когда Шрила Прабхупад хотел делать, совершать какое-то служение, он назвал Нарахари Прабху и спрашивал у него, как, что сделать. If they are going to get entry to temple, they can contaminate the situation. Contamination will be there. Bonded soul, if they are not going to sow anugata, if they are anugata, okay, then whatever bad condition can be rectified. But if they are not going to obey any Guru Vishnava, what we can do with them? So one brahmachari, he is being rough behavior. Он плохо себя вел. И вот однажды один брамачари, как-то поругался, плохо себя вел с этими, с молочниками, местными этими жителями. Эти обиделись, собрали, позвали еще 200 молочников и пришли ему морду бить. С палками, ножами, чтобы побить этого брамачари из его плохого поведения. Вот хотели убить его, и Шрила Прабхупады не было там. И когда Нарахари узнал об этом, что спасти этого брамачари уже сложно, он закрыл в комнате, сказал и пошел разговаривать с ними. И вот он пришел, они очень агрессивны были, с палками все. И Нарахари Прабху пришел к ним, когда они поговорили с ним, посмотрели на него, их сердце оно растаяло. Поскольку Шрила Прабхупад был в его сердце, то он смог их умиротворить. Будьте уверены, если Гурудев внутри моего сердца, то если кто-то хочет убить меня, как-то навредить, то они ничего не смогут сделать. Даже камень Майяпур — это трансцендентная земля, да, и Чайтанья Матхи, все эти кирпичи, колонны, вся пыль — это все имеет сознание Чайтана. Но мы не можем видеть, видим это как обычные камни. В Чайтанья Матхи все. Все трансцендентно. И Нарахари Прабху, он тоже трансцендентен. И вот так Чайтанья Матхи может быть в гармонии с Нарахари Прабху и наоборот. Он живой пример
великого Вайшнава. И перед и даже если кто-то его хотел убить, то он не сможет. И вот, видя Нарахари Прабху, они просто видя Нарахари Прабху, они все свое дурное настроение они оставят его до последнего момента своей жизни. Я имею в виду, когда Шрила Прабхупад оставил свое тело. 1937 году, 5:30 или сколько там. И вот из-за влияния Йогамайи какие-то проблемы начались. Нарахари Прабху, он не мог. В общем, он решил остаться с Винодой, с Кешавой Госвами Махараджем. И вот Винода, он жил в Дванада Гудиматхи, Виданта Самити до последнего момента своей жизни. И Винода говорит, я был успешен в том, чтобы проповедовать. Благодаря моему Шикшагуру Нарахари Прабху. Я не могу сказать, что он мой друг. Он мой Шикшагуру. Я столько узнал от него. Я был очень счастлив, очень спокоен. Без всякого беспокойства я был свободен от всяких беспокойств благодаря ему. Поскольку он заботился о Веданта Самити, я был поблагодарен ему, проповедовал. И это Нарахари Прабху, потому что он, ну, из-за того, что он никогда не говорил Харикатху, но кто сказал, он говорил Харикатху очень маленьким преданным, все, весь день он совершал различные служения, подобно матери. Если он, и некоторые думают, что если он не ездил на Запад для проповеди, то он бесполезный. Но так говорят только апатши души. Рупа и Санатана тоже никуда не ездили. Это оскорбительно считать так. Вайшнавизм зависит от сердца. Какое сердце у нас? Vaishnavism depend upon this heart, what kind of heart you have. How much you have your love for your sampradaya. Сколько любви у нас есть нашей сампрадае, Гауди Матху, к Гауди преданным, к Шриле Прабхупаде. Not depend upon your capacity. You can do something, you can speak something, you can pass a big lecture. No. Hari Bhajan is not a matter of lecture. Харибаджан — это не вопрос каких-то лекций. Харибаджан — это вопрос прямого понимания, осознания. Сколько слез? Сколько любви мы можем пролить ради Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Тхакура, все зависит только от одного фактора. Мы можем, что мы можем сказать, не видя, кто сколько чего построил. Может, кто-то может быть
Только те, кто из Гаудиматха, не внешне, а те, кто по-настоящему имеют связь с Гаудиматхом, они могут понять, что я говорю. Я не рассказываю никаких историй. И вот это, он зовется Нарахари Сева Виграху, и мы можем обнять его лотосные стопы и молить его о милости, чтобы у нас было такое же великолепное настроение служения. Сон Сева Виграха, и мы тоже хотим стать таким олицетворением служения Гуру Сева и Нарахари Прабху. Они не отличны друг от друга. Когда Гуру Сева и Нарахари Прабху — это одно и то же. И когда он, и вот его тело, ну, олицетворение служения с самого начала до конца, с макушки до кончиков пальцев, он своего тела является олицетворением служения. Если вы будете помнить каждый день, вы достигнете успеха в своем баджане. Сегодня я хочу также сказать о другом великом преданном. Его имя Шрила Бхакти Вайбхав Пури Госвами Махарадж. Он великолепен. Я никогда не видел таких прекрасных вайшнавов. Никогда не боялся говорить об абсолютной истине, и это главное. Иногда приезжал в Майпур, чтобы участвовать в дни явления Мавагуру Махараджа, и видел, он никого не боялся, он говорил об абсолютной истине и никогда не стремился к деньгам, к славе, к какому-то дешевому почету. Нет. Он говорил все так, как оно есть перед всеми. И один чистый вайшнав может говорить так, не каждый может говорить, как Шрила Бхакти Вайбхав Пури Госвами Махарадж. Он не был каким-то сахаджием. Он был великим вайшнавом, и вот он родился в Южной Индии, в Орисе, в Брахмпуре. Не совсем южный, он за Бенгалом недалеко. И в 1910 году все признаки его тела, они были великолепны. Имя его отца было Шугрив. В общем, Сугрив отца звали, и с самого рождения он был необычной личностью. Like Tamil, Tamil, Telugu, Uriya, English, Hindi, all different languages. So many languages he used to speak. He completed his graduation. I have to jump because time. И вот он знал много языков. Закончил образование в. His title was Patnaik. А это фамилия Патнаик была. And his name was given. Назвали его при рождении Нарисимхананда. Нарисимха Патнаик. Патнаик фамилия. И было четыре брата в семье. Он был вторым братом, вторым ребенком. Школу он закончил в Брахмпуре, и после этого
хотели изучать аюрведу. Учился у какого-то известного доктора, я забыл, к сожалению, его имя. И вот этот доктор предложил ему поехать в Майяпур, чтобы встретиться с Шрилой Прабхупадой Бхактисиддхантой Сарасвати. Он уже к тому времени харинам получил. И вот тем временем, в 1930 году, присоединился к этим к борцам за свободу. Сейчас январь, Панчами. Вот в эти титхи он родился. То есть в возрасте около 20 лет. Вот он присоединился к этому движению Ганди. И когда этот доктор посоветовал, что пригласил его поехать в Майяпур, в Навадвипу, что там великий Махапураш Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати, то он согласился. И в 1936 году, в конце 3 октября, и вот в 1936 году, в 3 октября, он приехал в Майяпур, чтобы получить даршан Шрилы Прабхупады. И когда он получил его даршан, он был восхищен. Он решил продолжить слушать харикатху и записывать. И вот он начал слушать харикатху, его настроение полностью изменилось. И поскольку он был вайшнавом из Шри Сампрадая, он уже был вайшнавом такой, из Шри Сампрадая. Как я вот говорил в тот день о Венкатбхате и его родственниках, и вот все, семья, отец, мать, 4 брата, все они получили посвящение в Шри Сампрадая, прошли самскары их. И я забыл сказать в Брахмапуре. Я был там несколько раз. Вот они. И вот они пригласили меня, Махараша привел на вот дни явления ухода, приглашали вот в его храм в этом Брахмапуре. И там однажды меня пригласили в большой храм Ганеша. Я спросил, почему туда. Они сказали, что Шрила Пуригасава Махарадж. И вот я хочу еще сказать, когда он получил харинаму Шрилы Прабхупады, его имя немножко поменяли. Нрисимхананда Брамачари. Его назвали. То его просто Нрисимха звали, а сейчас Нрисимхананда.
Ну, перед этим он еще совершал какой-то баджан, чтобы удовлетворить Ганеша, и он совершает этот баджан, он достиг какого-то совершенства там, достиг, обрел ситхи. И вот он пришел в 36 году, 3 октября, к Шриле Прабхупаде, и 3 месяца до декабря. И вот 3 месяца он имел возможность слушать Харикатху Шрилы Прабхупады непосредственно. Это не полностью 3 месяца, но так или иначе. Они необычные люди. И вот это времени было более чем достаточно для Нарисимхананды Брахмачари, чтобы стать великим проповедником, поскольку в его вечной севе. И таким образом, когда Шрила Прабхупада ушел с этого мира, он остался под руководством Кунджады. И вот под его руководством он руководил храмом в Мадрасе. В Кабуре, в месте Рай Рамананда Самвата, где происходил. Там, на берегу Годавари, Рай Рамананда и Махапрабху, вот они обсуждали философию. И вот он там построил храм. Знал урию, хинди, инглиш, тамил, телегу. И поэтому был очень эффективным проповедником. Он знал Писание. Характер, все остальное было очень прекрасно. Он говорил Бхагавад Катху, и в Кабур Матхе, это во время Шилы, вот это во время Шилы Прабхупады его основали, ну, а потом уже благодаря усилиям Шилы Мадхурга Сваи Махараджа, Шридхара Рамананды Прабху, Шридхара Махараджа. Но потом он заботился об этом матхе, его как-то развивал. И он был успешен в том, чтобы он построил там большой надхмандир. Ну, в общем, он его потом как-то обустроил, расширил.
И также он был послан в Мадрас, он знал местные языки. И по желанию Шрилы Прабхупады, Шрила Прабхупада тоже ушел в то время, но и вот, ну, он же до этого хотел его отправить, и он от Кунджуда его отправил в Северный Бенгал. Там, где место Рупы Санатан. Чтобы основать то место, куда ступали стопы Шримана Махапрабху. Это было желание Шрилы Прабхупады, что там, где Махапрабху, вот по всей Индии, когда он совершал парикраму, там, где он останавливался, те священные места, которые он посещал, там это падапиты делать. И вот Рупсанатан жил там, около Малды, Северного Бенгала. И вот, деревня была Рамкели, и место Рамкели называлось, его Махапрабху говорил, когда Санатан и Руп пришли, чтобы встретиться с Махапрабху в 12 ночи, но они поскольку служили мусульманам, то они переоделись и пришли ночью встретиться с Махапрабху. И Джива Госвами Пад тоже был там. И вот люди спрашивали, почему я пошел в Рамкели. Я собирался идти во Вриндаван. Вот этот Рамкели, если мы туда отправимся, мы найдем Нава Вриндаван. Там Мадан Махан и все другие виграхи. Махапрабху отправился туда, и это было желание Шрилы Прабхупады, чтобы основать там вот эти отпечатки стоп Махапрабху. И это все служение было дано Нарисимха Ананди Прабху, Бхактивай Павпури Махараджа. И все были готовы помогать ему. И видя ситуацию, он хотел начать свою проповедь под руководством Шрилы Прабхупады. И не в Орисе, в Андхра-Прадеше, Какинава, место называется как-то так, и вот он открыл там храм, потом в Вайсаке, в Раджаманди, еще где-то во Вриндаване. I remember, by his mercy.
Мы видели, как он приходил к моему Гуру Махараджу, приглашал его, как они обсуждали что-то. Я помню все эти их лилы, очень прекрасные. И вот он открыл множество храмов, и он не хотел давать посвящение кому-то, но в итоге так вынужден был давать посвящение. В Пури также он открыл храм во Вриндаване в Севакунджи. Он хотел получить одну землю. И тем временем какой-то немецкий махарадж тоже хотел эту землю получить. И вот когда этот немецкий махарадж узнал, что Бхакти Вайбав Пури Госвами Махарадж хочет открыть храм, там он сказал: «Хорошо, берите эту землю». И вот видя эти божества в Севакунджи, можно догадаться его в сварупе. И вот его храм прямо напротив ворот Севакунджи. И меня часто приглашали в его храм, я принимал прасад там. Это очень прекрасный храм в арийском стиле. Во Вриндаване нет подобных храмов. Он сделан в таком арийском стиле. Арийская архитектура там очень прекрасная, очень дорогая. И вот его проповедь была успешной, поскольку его Ачаран был подобен огню. Он никогда не хотел проповедовать на Западе, но в итоге люди пришли и попросили у Махараджи оставить свое тело. Вскоре, почему бы вам не поехать и не спасти тех душ, которые находятся на Западе? Ну, в общем, он не хотел, потом все-таки его уговорили, чтобы он ехал, и в таком пожилом возрасте он решил отправиться на Запад. Было время в Италии, в Австрии, в прочих местах в Европе. Он как бы не хотел туда ехать, но по все равно поехал. И вот много людей как-то завидовали ему. Говорили, что зачем в пожилом возрасте поехал на Запад. Что с того? Его милость, она преисполняет его, и поэтому он поехал. Почему нет? Это правильно. И вот он поехал. И вот я много вещей вспомнил о нем подобное. Но это воспоминания подобные потоку в моем сердце. Я был очень счастлив, видя как в стиле его проповеди. И я готов продаться его лотосным стопам, видя его великолепное поведение, его
его беспристрастие. Он проповедовал везде, даже в домах очень бедных людей, которые даже не могли поесть, заработать себе на еду, чтобы поесть раз в день. Он проповедовал везде, даже в таких местах. Кто столь милостив, как он? Я вспоминаю множество вещей на времени. У нас мало еще могу рассказать случаи. Однажды один вор пришел что-то украсть из храма, и он был пойман с поличными. И те преданные хотели побить его, но Пури Махарадж узнал об этом, сказал, не надо бить его, ведите ко мне. И вот привели к Махараджу, тот попросил, спросил, зачем ты воруешь? Очень бедная, денег нет, у нас даже на еду не хватает. Если дадут тебе хлеба, ты будешь воровать? Нет, не буду. Будешь совершать харибаджан, если я позволю тебе жить в храме. В общем, он так остался в храме. Потом саньясу принял. Не буду его имя называть. Сейчас он саньяси так живет в этом храме. И вот подумайте о милости Шрилы Бхактивайбхав, Пури Госвами Махарадж, те, кто критикует его, если будут если встречу с теми, кто критикует, я их побью. Я был очень удачлив в том, я смог присутствовать в то время, когда он оставлял свое тело. Вот это Вираха Титхи меня пригласили. Я говорил Харикатху там, потом столетие. За юбилей его 100 лет не было. Меня тоже пригласили, я тоже присутствовал на том празднике. И вот я очень счастлив, что у меня есть возможность вспомнить его. Я прошу прощения у него, простить меня за все возможные осознанные и неосознанные оскорбления. Молюсь о том, чтобы обрести милость его, чтобы иметь смелость говорить об абсолютной истине, так же, как и он. И у Нархари Саркара, и Нархари Сева Викрахи я тоже прошу милости. Вот завтра будет Харикатха про Джайдев Госвами. Вопрос, где Самадхи Нархари Сева Виграхи? И вот Нархари Сева Виграха, его Самадхи находится под контролем Девананда Гауди Матха. Они построили особое место на берегу Ганги, поскольку Девананда Гауди Матха это не столь большое место. И там в Девананда Гауди Матхе, смотрите, в Девананда Гауди Матхе можно найти только два самадхи. Один самадхи Шрилы Кешава Госвами Махараджа, второй Шрилы Вамана Госвами Махараджа. Все остальные самадхи можно найти чуть дальше. Нужно идти к Ганге, и там есть особое место, где самадхи Тривикра Махараджа и всех остальных, в том числе Нархари Сева Виграхи.